Международный день защиты детей отмечают во всем мире. В городском округе помощь юным жителям оказывают сотрудники Люберецкого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Наша съемочная группа пообщалась со специалистами центра и их подопечными. Мы с тобой возьмем желтые прищепки. Вот они. Год назад Полина Кораблина совсем не разговаривала и боялась играть с другими детьми. Невропатологи поставили диагноз «задержка развития речи» и дали направление в социально-реабилитационный центр. Результаты стали заметны через 3 месяца занятий с дефектологами. После недели, как мы закончили курс, у нее сразу все прорвало. Она начала говорить просто потоком, и как взрослый человек, вот слова какие-то такие. И мы очень довольны, потому что результат не просто налицо. Все настолько были удивлены после первого курса. Говорят, ну неужели? Я говорю, да, вот прям вот так вот все. Оторвать Полину от общения с другими детьми на площадке теперь невозможно. На 2-й курс занятий Ирина Гусева приводит внучку, чтобы закрепить результат. Упражнения с педагогами проходят в игровой форме. Я, например, ей говорю, покажи, например, где собака. Она, например, пальчиком показывает. Но так как она уже сейчас стала говорить, она уже все и показывает, и говорит. Она, во-первых, очень стала хорошо считать. Она просчитывает, и речь у нее уже стала и четкая, и ясная. Вот, и она просто, ну, молодец. В социально-реабилитационном центре работают психологи, логопеды, медики и другие специалисты. Сотрудники учреждения помогают семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Все услуги оказывают бесплатно. Айтадж Щерагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.